Точек не хватает. Опустить. Попов Михаил. Готовится Куршова. Опустите вес защиту. Куршова Влада. 15 пойдем, да? 15 пойдем. Готовится на заряд. Опустите вес защиту. На заряд Артакс. Опустите защиту. 14 на штангу. Егорский будет вызван. Опустить без защиты. 15 на штангу. А он же 15. Ему же 15 сказать. Нет. Говори мне. На заря на этап 14 килограмм. 14 на заря. Опустите вес защиты. 15 на штангу. Ну, на заряд все, 4 подхода. Закончил, туда 4 подхода. Я хотел спросить, Егорский поднял? Да, поднял. Какой у него следующий вес? А ты уже закончил? Нет, закончил на заре. Ну, 15 добавим. 15, давай 15. 15, Смирнов Леонид. Готовится Попов. Опустить вес защиты. Попов Михаил. Готовится Куршова. Подход неудачный. Еще одна. Закончил? А? Закончил с результатом 12 килограмм. Куршова Влада. Четвертый подход. Готовится Егорский. Опустить вес защиты. Куршова закончила с результатом 15 килограмм. Использовала все 4 подхода. Егорский Данил, 4-й подход. На 17 готовится Смирнов. Опустить вес защиты. Егорский закончил с результатом 15 килограмм. 17 на штангу. Смирнов Леонид. Второй подход. На 20 готовится Фомин. Опустить вес защиты. Раньше команду не опускаем. 18. Мы можем внизу ходить. Не, а сколько мы сейчас?
Сейчас же 17 занимаю. 17. За 17 килограмм тогда наш там. Максим, первый подход. На 28 готовится Горонин. Опустить вес защиты. Thank you.
Неудачный подход. Еще один подход. У Бабина. Городином готовится. Thank you.
Фотографируй. Кому надо, может, позже. Ну, сейчас ложка. Там у нас остальные уже нужны. Ну, давай. Саша, сейчас Володя откормит, и ты это поменяешь, да? Что поменяешь? Рифы поменяешь. Бородина Владимир, четвертый подход, 34 килограмма. Давай, вот все правильно делаешь. Только ложиться надо. Опустить вес защиты. Закончил ты результатом 34 килограмма. 40 на штангу.
А после без защиты? 50 на штангу. Опустить вес защиту. Это что, ровно, да? Да. 1053, может, 55. 55. Филатов выиграет. Готовится Демидовский. Опустит вес защиты. Демидовский Влад. Чувствую, как 65. Готовится Джули. Опустит. Команда, где команда? Вес защиты. Команда, жди, что Джоев Георгий. Демидовский Сурбин. 55. Готовится Филатов. Опустить вес защиты. Филатов Михаил. Третий подход. 55. На 55 готовится Рогов. Опустить вес защиты. Филатов Игорь, наверное, не приглашает. 57. Спасибо.
А пошли без защиты. 50 на штангу. К этому весу вызван Филатов Михаил. На 55 готовится Тихановский. Опустите защиту. Гуляна Гранде.
Готовится Ломова. Мурашов, сколько пойдет? 65. 70. Кто там сейчас? Гулян. Не, не, не надо, не надо. А вы где через речи? Лова Оксана. Первый подход сделаем. Кандидат мастера спорта. Готовится Филатов Игорь. Опустите защиту. Филатов Игорь. Третий подход. Готовится Демидовский Влад. Готовится Джоев. Опустите за Джоев Георгий. Какой вес у него? 63. 63, давай. Опустите вес защиты. Ну и 62, скажем. Давай 63. Поролочки. 63 можно поролочки. Поролочки, смотри. 65 килограмм, ой, 63 килограмма, 62. Пойдет на 62 или 62? 63 на что? Там много дороже, не проверяй. Филатов Игорь. Готовится Демидовский. Мазлеев. Вверх до конца, Денис. Держай, 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 держай. Опустить вес защиты. Хорош, Серёг. Хорош, хорош. Но хочу сказать, что у него есть соперник. Да, есть соперник, они поднимают одинаковый вес. 65, да? Джон Георгий. Но у Филатова есть преимущество, он легче. Держи! Не справился с этим, не надо.
Середовский Влад. Шуев закончил с результатом 60 килограммов. Здесь проходят толчки, раз тяжелее, значит сильнее. Ну, еще подходишь, садись. А Ганет? Ганет, пусть еще подходит, стой. Еще подходик, свой, говорю. Давай, пусть опять. Опять хорошо. На 65 на женщину. Лопова Оксана. И на 65 готовится Мурашов Денис. Лопова Оксана, второй подход. Опустите защиту. Мурашов Даниил. Сколько там ему? 65. Что, 20? Нет. Мурашов Денис. Второй подход. Готовится Филатов Игорь. Опустите защиту. Филатов Игорь. Пятый подход. Готовится Демидовский. Демидовский Влад, пятый подход. На 70 готовится Гулян. Готовится Драчок. Опустить без защиты. Закончил с результатом 65 килограмм. 70 на штрафе. Сверху, давай сверху. Сколько? 70, давай. Сверху, давай. Они плотные, они нормальные. А где? А, Саш, что идет? Грачев. Грачев, да? Да, Грачев. Подходу около 20. Опустите защиту. Гулян Нагарнер. Какой вес он идет? Грачев, какой следующий?
90. Хватит. Грачев. Грачев, какой вес пойдет? 75. Грачев. Готовится хорошо. Опустите вес защиту. Мурашов Данил. 80. Готовится Ломова. Опустите защиту. 70. Ломова Оксана. Вес на штанге установлен 70 килограмм. Ломова Оксана. Третий подход. Неудачный подход, еще попытка есть. На 75 готовится Грачев. Гулян. Ломова Оксана, четвертый подход, 70 килограмм на штанге. Кандидат в мастера спорта. Опустить вес защиты. Закончила результатом 70 килограмм. 75 на штангу. Грачев Иван, второй подход. Готовится Гулян. Ближе к себе, Иван.
Прикажи. Неудачный вольтов, подход. Еще есть попытка. Гуляна Гандер. Готовится Мурашов. Без защиты. Закончил с результатом 80 килограмм. Кулаков Артем, первый подход. Гуляна, какой вес у тебя?
все. Не-не, лично, все тут резал. Кто резал картофель? Он же не взвешивал. Ты же не замешивал, какой резал? 66. Опустить вес защиты. Опустить без защиты. 90 на штангу. К этому весу вызывается Филатов Сергей, мастер спорта. Два сына у него участвуют в этих соревнованиях. Вчера в тяжелой атлетике. Неоднократный победитель чемпионатов Московской области. Призер чемпионатов России, Кубка России, группы «Мастерс». Это возрастная категория старше 35 лет. Опустить вес защиты. Мамарадзеков Айбек, первый подход. Готовится Кулаков. Осталось три участника. Опустить вес защиты. Опустить вес защиты. Кулаков закончил с результатом 90 килограмм. Что за штангу? Филатов
Готовится Мамарашиков. Осталось два участника. Опустите эту защиту. Не без усилий справляется с этим весом. Филатов Сергей. На 105 готовится Мамарашиков. Опустить вес защиты. Все? 105 на штангу. Филатов закончил с результатом 100 кг. И остался последний подход. После чего мы перейдем ко второму движению. Толчок. Малыши могут начать разминаться. Да, идите разминайтесь, маленький. Те, кто начинает там. 10, 12, 15 килограммов. Пожестче.